Ну, потесте, посмотри, ты может у тебя хоть быть прокать. Так рыбу все поели? Все как обычно, Слава. Пулишь босса с правой стороны, мы вот этих мобов троих кливаем. Двоих. Черепок и звездочку. РДДшники разбиваем быстро и все. Как будет гроза, грозу разносим. Я скажу, Гера, даешь Паша рост. И подожди, давайте подождите. Минуту хотя бы подождем. У нас Гера, блядь, на КД. Да, блядь, без Геры зальется, ебать. Да, ладно, поехали. Все, босса бьем, стаки не ловим. Возле костра там стойте, когда мобов вы этот стаки делаете на нем. Че, прыгаем или водить? Да я хуй знает. Мне, например, блять, бегать проще. Но там эта хуйня цепится под него, блять, и мы, ну, это прыгать, блядь, хуево заканчивается. Разноси грозу, хау. К столбу буду водить, чтоб хоста была у вас. А мне что-то грозы нету, что-то хуево хау разносит грозу. Даже не на всех, не на всех. Ну, гроза. Она на всех разносится, блядь. Нету все равно, блядь. Что-то говорят, она на 4 тела или на сколько там? 25. О, попала по мне, блядь, заебись. Стали возле большого круга, стали возле большого круга. Зашли, зашли на сугроб, сука. Прохиливаем рейд, гим на ХП. Ло, как ты сдох? Вот объясни мне, пожалуйста. Стартов было дохуя. Ну так, а что, ты не знаешь, что тут прыгать надо? Я же сказал, на месте не стоим, прыгаем. Это как, блядь, в Нексусе там ебаном, нахуй. Нельзя, блядь, стоять на месте. Стали возле большого. Зашли. Босс объем, этих просто кливаем их рядом стоящих и все. Не разбивайте их целенаправленно. Тут осталось 400 тысяч. Все. Босс такой, блядь, упал. Ебать. Топор упал, блядь. Да я уже, наверное, все на хвате, блядь. Кольцо на танк. Все, все роллы исчерпал. Какой, БОЕ? Ну, я не помню. Ну, 2к стоит, нахуй, блядь. Топор надо кому-то, нет? Меткость пробивания на танк. Конечно, конечно. У меня, блядь, скеля 213, я может больше огробую. Держи, воет. Штаны, паладин, жрец, чернокнижник. Самолет сейчас я... Сколько кусков хау? Ноль. Один руль. Нет, но они. Зачарю. 43, 49, Миша. Держи, Миша. Миша нету 5 ног, хотя? Миша тоже без кусков, нахуй. Это раз за хорику собирается? Без понятия. Так, посох. Хаст, сила заклинаний, вся хуйня. Понятно. А он разве совет идет? Что это, шрофа? Я не знаю насчет совы. А что там у тебя за... Подойди ко мне ближе. Что у тебя за посох? А, у него скритом. Скритом, ебать. Так, чё, ну, совет,
что так бы ставил свои кредиты. Если ему не надо, он тебе отдаст, я думаю. Я ему отдал. Так, кольцо это БОЕ. Кольцо это БОЕ. Штаны такие же. Паладин, жрец, чернокнижник. Рольте. Он не такой же, он с хостой. Штаны, паладин, жрец, чернокнижник. Хау, ты ролишь, нет? 72. Держи. Так, идем, значит, на Торима, да? Да, пиздец, я в ахуе, блядь, собирать хосту, сове, блядь, забирать. Да забирай, забирай, похуй. Сумманите там. Пойдем на Торима сразу. Кого там сумманить? А, Славу, сумманите. Нормально, как за час уже пронесли, сколько. Да спустя оно будет. Сманите тоже шамана. На Торима, на Торима. Ардыда, не подходите туда. Кольцо, блядь, на аукционе 2000 голды стоит, ебать, чистая хуйня. Это там пускают? Угу. Ну, ну для бичей без защиты, блядь. Да, ну да, но без зрительной зоны, уклонение, парирование, да чисто на медведя нахуй, хуйня. С броней. Парирование даже на медведя не идет. Оно какая-то защита ей. Так, играйте по второму, у которого больше хп, череп на него поставил. Все, Кливом одновременно надо убить. Вот этого петуха со светящимися топорами они контролили, блядь. И через да 10... я понял. Ну, значит, ты вообще пиздец, хохма, блядь. Он ебанут, этот моб, нахуй. До 99 раз стакается, 40% за старт. Там у ханта 122 тысячи ДПС был. Это считай, там как... чисто, блядь, гадюка этот, че нет, этот, укус змеи, блядь, нахуй, хуярит просто и все, блядь. Лоу хп, что вы играете? Только Келем будет молния фигачить или сова. Тут у нас 11 настакал, вот уже 440%, блядь. А мы и так его убьем, нахуй хуйней заниматься. Да не, я не говорил, что нам надо это делать. Тут уже, блядь, все занерфлено, блядь, чистое дерьмо, нахуй. Мы будем хуйней заниматься, блядь, чтоб потом забанили за дерьма, блядь. Ну, за час 10, блядь, уже пол инста нахуй закрыли. Да, по идее, так и должно быть. У нас челы забирают из посохи и пропадают просто куда-то. Литература и Аганис, нахуй. Аганис переезжает, он сказал, что этот... пока его не будет. А литературе забрал 39-й посох. Я вот думаю, ШП поиграть. А то паладина нашли, вы там два рейтинга есть.
Обновите волочок. Да, меня тоже обновили. Что тогда, Слава, ты в ком... Давай я сейчас поделю, блядь, чтобы проще было ориентироваться. Так. Я нет. Сова, да. Никита, да. Егор, нет. Андрюлик, нет. Хаос с нами остается. Ладомир, туда. Паша, тоже туда пойдешь. Андрюха, включишь фростойку просто, блядь. Нет. Ну и все, и тут будешь с нами на арене, типа в роли танка. Окей. Да ему даже не обязательно фрост, он дамаг потеряет, а вот Элдрину просто неистовство включить. Ну или Аркадич, неистовство ты к ней. Дайте на всякий случай СС. Наверное. По-п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 о. Да, СС на всякий случай, я не знаю по ком. По сове. Когда будет вторая фаза, мы его переведем, все красиво. Видите, внутри есть типа как в этом кругу круг нарисован еще. Полоска такая, типа хуево. Видно, но видно, что это круг. Вот РДДшники должны будут стоять по нему, потому что если будете стоять под стенкой, будете в этом... как оно называется, блядь? Близзард будет от этой бабы лететь, и это, блядь, хуево закончится. Чек даю. Первая пати – Ладомир, Визевульф, Пук Дракона, Паша и Войд. Вы идете в комнату. Вторая пати – Хао, Мораль, Телдрин, этот Юрчела и я, мы остаемся тут. Все были готовы, поехали. Заходим в комнату. Не влетайте сильно, мобов на пуль. Все, идите, кто в комнату идет, заходите, подходите к воротам, мы уже сами добьем. Идите, кто заходит, сова. Все, пошли. Время тикает. Стоим здесь в середине. Лишний урон не лутайте. Пошли, 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 те, кто в комнату. Так, вот этого пиздим. Тут всех пиздим. Блин, по 40 тысяч хп, блядь. Пришел, послетел. У этих по 75, блядь. Вот там этот, смотрите, Слава, говори людям там лево-право, блядь, как бы если шо. Блядь. Урон не лутайте лишний. А чё ты за его за защитником прыгает? Ты что ж пробудите? Ну чё вы делаете, блядь? Чё вы, сука, делаете? Ну все, что в комнату, кто пошел, ходили туда, знают, что делать. Чё вы там тупите, блядь? Я ебёшь, блядь. Чё нахуя? Чё вы делаете, блядь? Сдохните там уже нахуй. Нахуй вы время тянете, блядь? Чё, первый раз пришли, блядь? Паша, ты не можешь сказать лево-право отошли, блядь, или в моба кинуть койл? Что там нахуй не получается, блядь? Да почему-то сагрили этого моба, который в комнате нахуй, и к воротам его повели. Нахуя вы это делаете? Что у вас, блядь? Дрочится что-то, в мухи ебутся или что, блядь? Слава мобов пуляет и все, не надо заниматься хуйней, не надо самодеятельности нахуй никакой. Время нахуй тянем. Там, сука, времени 3 минуты, блядь. Убили нахуй его, пошли дальше. Что мы вату катаем? Шаман, смотри на моба, у него какая рука светится, от той стороны отбегаешь, блядь, на другую сторону. Так я же бегал. Ну ты сдох. Блядь. Первый раз посмотри. Из-за угла выглядывай осторожно. Вот я за углом стоял и упал за углом. Ну я дальше на границе от угла стоял, надо там стоять. Дальше надо стоять от угла. Там задевает 6 метров, когда за углом стоишь. Дальше надо стоять. Я не туда залетел, сука. Когда будешь бежать, сначала проверь. За угол камеру поверни, посмотри. Ну, и дальше стой от камеры. Давайте время не теряйте, блядь. Хули там у мобов по 40 тысяч хп, они, блядь, с двух нюков улетают.
Просто меня, блядь, эти пидоры мелкие станят, я пока добегу до него, блядь, у меня ни скорости бега, ничего нету, нахуй. Нахуя вы его пулите, блядь? Я приду, сам его спулю. Паша, у тебя нет чарки на босса? Там тут... Троих отстрелили, блядь, троих отстрелили, подошли к здоровому. Времени вагон, у мобов хп вообще ноль, блядь. А купить не можешь? Ну, отлететь надо. Да, ну просто дорогая навыки у меня, нет бабушки. Бафайте лапу, кулак, всю хуйню. Слава там сделает все сам, мобов отстреливайте просто и все. У вас там 3 РДД, блядь, каждый, сука, по пуле дал нахуй в этого моба ебаного, он отлетел. Че, готовы? Лапу дали, каску дали, всю хуйню дали. Фласки там должны были закончиться, обновите. Я выпил уже. Так. Слава, рули там людьми, лево-право, блядь, не молчи. Да я, поехали. Блядь, у меня по кнопке стоит. Мне надо ЛПшки нажимать, я буду еще кнопку нажимать. Че они там сами не справятся? Все, кто в ворота идет, идите уже. Идите, идите, идите все, не теряйте время. Жми рычаг. А что ж, я там похилю? Типа, ну, не надо там хилить. Хотя бы кину. Это заведи. Погодите. Я помню вас. Это было в горах. Стойте там в коридоре, он сейчас выдернет мобов, будете их убивать. Не лезьте туда, не лутайте урон лишний. Там 2 секунды делов, блядь. Отошли, 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 молния. Что вы там, большого убили первого? Ага. Под стеночкой, напоминаю, когда убьете второго большого моба, идем все под стенкой. Чтоб там никто не замерз. Так, я так вижу, вы уже подходите к второму большому, да? Угу. На тебя печеньку специально поставил, чтобы видеть. Блядь, вообще сестра, бля. Давайте, ломайте того здорового. Аккуратно там только, блядь, не срывайте агро. Всех остальных мобов, которые там есть. Мелких. Если они еще есть живые. Сейчас задотать, чтобы они сдохли, пока вы сюда прибежали. Под стенкой плотно идем. Быстрее, быстрее, быстрее. Моба этого убиваем быстро, Егор. Бесстыжие выскочки. Моба, моба, моба. Быстрее, убить моба. Быстрее. Не расслабляться, нахуй. Рынжу набрали сразу РДД. Слава забрал босса. Егор, я справа, ты слева. Рынжу набрали между собой. Геру дали, работаем. Так, я слева. Давай, я по центру. Вот так, значит, стоим. По два можно стоять, нихуя страшного. Так. Сандер настакал. Исту там в кого-то Слава скинь, пусть дамажит люди. Я уже дал. Все хорошо. Так, крик на хп сейчас обновим. Триня, упади, пожалуйста. Токен на ДК, упади, пожалуйста. Кто? Токен на ДК.
А что с него падает? А хуй знает, голова. Голова с 25-ки падает. Здесь башка в десятке с Мимирона падает. Прохиливаем, прохиливаем рейд. С Близзарда туда выходим. Поднимите Лока по ХП. Хилим, хилим, хилим. Танка хилим. Он уже начинает пиздить его сильно. Зубы в него отдай. Давайте дамажим, блядь. Тут хуйня осталась, полтора ляма. Все под незыбкой пока. Давайте добиваем. 700к, 600, 500. Бля, я стою тупо без раги, блядь. Что за хуйня? Ууу. Вшатал нахуй, блядь. Прохильте. 25. Прохильте. Заходим. А че в этой хуйне замерзший, блядь? О, размерз. Затмил разум моего брата и убил мою жену. Герои! Тринку сюда, хила. Не, на ДД. Хорош пиздеть, давай лут нахуй, блядь, за лупа, блядь. В натуре заебал нахуй. Чё? Хуй там, хуй там. Вообще ничего? Сука. Дайгер. Дайгер. И тут да, кстати, хорошие плечи на меня. Ёбаный насос, блядь. Это что, четвертый кусок? Это завоз, нахуй. Так. Поясок. Никита, надо? Хастер, па. Понял. Паша, держи на распыл. Так, я шпатти перемешал, блядь. Так, мобов там не пули, чтоб комбат не кинулся пока. Так, Паша, держи. Дагер, я так понимаю, что тоже на дизенчант? Это же никому нахуй не нужно. Ну, рогов нету, смысла кому-то давать. Поставить да. Шкаф, где полетел на чарку. Так, плечи. Воин, охотник, шаман. Мне четвертый кусок. Кому еще четвертый кусок? Да никому. Я, короче, себе возьму. Если упадет башка, я тогда заберу бошку, могу дать плечи. Мне вообще, ну, в идеале это башка, блядь, потому что там критарп. У меня вообще голова кожаная, говно, блядь. Она как бы, ну, может быть, неплохая башка, но как бы, блядь, крит-арп мне больше нравится, чем крит-мастерство и кожа. Так, шо, Фрею тогда сейчас ХМ делаем, потом будем пробовать пожарного въебать. В принципе, ДПСа у нас реально дохуя, все классно. Если сейчас мы убиваем Фрею в Хейме и по этого Мимирона в Хейме, у меня будет ключ на Лагалона. Ну, не только у тебя. Так. Что, я тогда пока в танка спикнусь на трэше, чтобы цветков подержать. Не суммон нужен. Там уже поставили шкаф, сейчас тебя присуммонят. У тебя тоже будет такой ключ? Да, только я забыл к этой комнате подойти, ну, к двери, чтобы активировать пульт. А, ну это этот. А тебе оттуда с квеста надо что-то? Да я не знаю, что вообще надо. Ну вот ласт. Да, ну там кольцо критар погильное, блядь. Вот это типа нормальная шмотка. А остальное там только на хилов или на кого-нибудь типа еще. Да вроде что-то смотрю, вроде что на меня там бодиес хорошая. Я тебе могу даже показать, что там. Вот, смотри. Ну вот. Забаньте того пидора. А спина вот, кстати, да.
Блять. Так, я здорового забрал. Ой, хорош, 45 тысяч меня чем-то ляп, нахуй. О, он, как он просто сильно бьет в миле, когда он вырастает. А. Его нельзя танчить. Ну вот в оковах держать и все. Ну, кстати, спина как раз у меня очень хорошая. И там лог, бань его или сова, давай корни, чтобы... Подожди, эти... давай этот... Дай поесть, забафайте меня. Рестарт 30 минут, давайте, надо сейчас ускоряться. Да прикинь, пофиксят. Лапу дай. Где-то все АУЕ начнет работать, нахуй, мы нихуя не убьем. Да, давай, поехали, трэш. В натуре, Паша. Поехали назад, разворачиваемся все, побежали на Мимирона. Попробовать? Не, хуй там пробовать, надо его запиздить. Ты думаешь, там не работает что-то? Все знают, что там будет дополнительное. Огонь просто будет дополнительно, не стоять в нем и все, нихуя там, там военного нет. Там еще будет на второй фазе синяя бомба и на четвертой появляться. Синий большой шар, он одну треть комнаты тушит. Короче, то же самое хуйня, как и, грубо говоря, надо отбегать от перегрузки, когда мелкий кастует на железном собрании. Такая точно хуйня, надо просто отбегать от нее, потому что она, блядь, сваншотит нахуй. Типа там рейндж метров 30 надо держать. Угу. Ты где, на первой фазе? На второй и на четвертой. На туловище. Хуйня такая, как, блядь, выглядит это... Синий шар такой. У Наги, блядь, нахуй, эта форма, блядь, чтоб плавать. Такая хуйня будет появляться, от нее отошли на 30 метров и все. Давайте фулбаф раздавайте. Главное ее увидеть, это самое главное. Если не увидели, все, пиздец. Ну, посмотри, и... там как-то типа лужи стакали, челики. Первую фазу убивали. Идите сюда все. Вместе, все сюда идите быстрее, не теряйте время. Сюда подходим. Вот так, становитесь все в одного человека. Быстрее, 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 быстрее. Слава, ты тоже. Заходите туда все, я нажимаю, блядь, кнопку и к вам сюда подхожу. Чек даю. Все то же самое, просто в огне не стоять и не ебулить. Глаза разуйте и все. Литературы нету, блядь. Никому тут не сложно на этом боссе, блядь. Сейчас бомба ебанет. Побежали. Побежали, побежали, побежали. Ну что вы спите, блядь? Никто не делал ни раз, блядь, пожарного или что? Ну типа да. Сказал, будет, блядь, огонь, нахуй. Ну выходите, блядь, дыхайте, я хуй знаю. Ходите обратно надо, в огонь. Надо наоборот на рендже стоять. Ну, не надо нормально. На рендже. Начался огонь, выбежали оттуда, и все, начинает расползаться, мы его начинаем пиздить. Все как обычно. Поэтому надо первый застакать. Там должно, типа, появиться, блядь, вся хуйня вот эта, блядь. Мы туда выбежали и побежали. Все. Да, давайте кого-нибудь массе сдадим эту хуйню, чтобы это вот так и шопнуло. Да, ты понимаешь, что там таких ситуаций много будет. Там нельзя одной пачкой бегать вообще. Это для начала. Ну, это да, в начале боя вот так вот делается, чтобы этот огонь заспавнился в одном месте, чтобы не было этой хуйни по всей комнате со старта. Ну так он и потом будет. Он кидается в одно, будет. В одно место. Потом он в случайных местах в комнате будет возле игроков появляться еще. Понятно, он сейчас появляется. Вот просто, чтобы первый застакать в одном месте. Меньше было комнаты завтра на самом начале боя. Давайте, подбегайте быстрее, ешьте рыбу. Сразу, как огонь ебанул, побежали, блядь. Не спать. Давайте и мы зайдем в начале боя. Тут все время надо нахуй бегать, все время надо бегать. Весь бой, блядь, надо будет бегать. Разуть глаза, блядь, не купаться в луже, блядь. Не думать про хуй, он уже не отрастет, вам уже по 30 лет. Окей.
Слышишь, Кира, давай мы отдадим очередной. Да дадим, дадим. Там утюг, если что, тушит всю комнату. Лапу. Лапу, лапу, лапу. А я не затыкал, я закончил по времени. Она еще стояла с того момента, как первый раз пулили. Так, я сейчас всех прочитаю. Просто я как не ожидал вообще, блядь. Только дамочка нам сразу взлетит. Давайте, приготовили сразу сейчас бежать. Побежали, 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 побежали. Все, в огне не купаемся, все в порядке. Поехали по боссу, пиздим его. Слава, как обычно, на позицию поставил его, бьем. РДД, рейндж набрали все. Все, рейндж, стойте, 12-15. По минам не топчемся. Рейндж 12-15. Бьем. У нас времени на ошибку нет. У нас, блядь, рестарт через полчаса, блядь. Отошли, шоковый, отошли, отошли, отошли. Вон огонь, где заспавнился, отошли оттуда. Ебать, что это было, нахуй? Бомба. Я бежал, нихуя не было подан. Дай мне БР. Смотрите, мины раскидал опять. Забафайте меня. Отошли, шоковые, отошли, 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 выходим отсюда. РДД, бейте его, не спите. Выводи, Слава, сюда, держи его тут, не ставь его в середину, прожмись. Выводи, 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 все, потушилось, бьем. Прожмись. Ждем мины, сейчас, блядь, переводите его быстрее. Каска есть, кулак есть, плюс все есть, хорошо, спасибо. Крик на ХП. Мины, все, 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 по минам не топчитесь, отойдите от мин. Сейчас будем стакать? Сбегайтесь все к входу, всех к входу сбегаемся, быстрее, прохильтесь. Ай. Хао, не спать, где ты есть? Подбегай сюда, быстрее, 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 быстрее. Сейчас будем двигаться против часовой стрелки. Сейчас он опять ебанет что-то сюда, там какой-то огонь, хуёнь. И побежали сразу направо. В квадратик встаньте, пошли, 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 пошли сюда. Пошли, 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 не останавливаемся никто, в огне не купаться. Все, набрали рейнджу РДДшники. Кинь иннер. А, закидывал. Поехали, 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 бьем. Рейнджу наберите между собой, не заливайте там. Надо, блядь, продамажить сейчас его жестко. Вон, не видишь, жалейте пустые. Шарик, вон, видишь, он там потушен. Я не вижу шарик, где? Вон в огне. Все, хорошо. Отошли оттуда на всякий случай, подальше. С другой стороны огня станьте. Оно сейчас там потушится, блядь. Прохиливаем, блядь. Сокру, 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 не спать! Что вы там, блядь, расслабились? Ну, это маловато хила, надо больше хила здесь. Ну, конечно, у нас, мы остаемся в одной точке, он у нас по КД стреляет. Ну, а как ты хотел? Чтобы мы сюда пришли, он сам упал от старости? Нет, ну, типа, хотя бы рейнджу набрать по кругу, блядь, разбежаться. Да, там надо по кругу. Там вот он тушит центр, который кружок, где он стоит. Он там срезает скорость коста. То есть хилам тоже здесь на рейнже надо быть. Тут тяжело, пацаны. Вы не думайте, что мы пришли, если нажали кнопку, он сам умрет, блядь. Тут надо именно запотеть, нахуй, чтобы его запиздить. Ну, третий хил тут стопудово нужен. Вот вместо шамана там. Или эрдру. Эрдру лучше. Вместо эрдру нельзя, потому что он меткости дает РДД, блядь, крит. Паша, у тебя есть хил? Ну, лететь на камне нужно. Ну, лети на камне. А ДПС вам хватит 3 хила? Ну, блядь, 2 мы не убьем. Вторая фаза видел, чё, а на четвёртой пиздец. Не, ну на четвёртой он так не стреляет, вот с этой хуйней. Ну, он по одной цели стреляет сильно. С туловища. Ну и хотя бы по одной типа ее можно считывать, а это типа вообще пиздец. Ставь дышит. Шкаф лок после того, как Пита вызовешь. Да там вся проблема в том, что бомбы, бараш и шоковые одновременно, блядь.
Тут кажется, надо, блядь, разуть глаза и следить за всем вокруг. Не так, что вам говорили, выйди, зайди, блядь, сами все смотрите. Я тут за всеми, блядь, не услежу, за огнем, за всех хуйней. Чего, типа, говорите, ну, мало, этот, типа, блядь, у нас перезагрузка нет. А что, типа, сейчас здесь что-то багнуто или что? Да хуй его знает. Пока что все ебет, все, что движется. Не, ничего здесь не багнуто здесь. Ну и вообще похуй, типа, на эту перезагрузку. Тут должны еще мобы быть, которые тушат огонь. Ну вот. Это на третьей фазе. Которые да. Будут выходить мобы, они будут тушить. Вот они опасные, они дело в том, что сало дают секунд на 5. Если они откинут своим этим ледяным огнем этим сало и откинут нахуй, это вообще пиздец. Они и бьют больно. Тысяч по 10. 25-ки по 20. Если типа после... сало? Ну, да. Здесь... ну, там вокруг него радиус метров 20, метров 15, может. Если ты попадешь, он вот бегает, тушит вот так туда-сюда ледяным вот этим лучом огонь по чуть-чуть. Если ты под него попадешь, он тебя лучом откинет и сало даст, ты еще в огонь улетишь и сдохнешь нахуй. Интересно. Это опасные мобы. Когда, типа, ну, мы когда сбегаемся вместе, вы сбегаетесь в одну точку, типа, вон в пикчейн, куда можно. Можешь мне сразу у босса стоять, чтобы он не выбегал никуда? Он никуда не бежит, пока его не спулишь. Я в него чарджился, он сарился на меня, когда мы только что его пулили. Так, Паша спекнулся? Поешь, сейчас, чтобы меня поможем. Все ближе, прям к стене прижмитесь, все обусаливают. Чтобы не было, чтобы мы выбегаем, еще впереди нас уже стоит обратно в лужу. Становись в них, Слава. Слава, Слава, куда ты пошел? Говорю, Слава, стой с нами. Пошли. Пуляй сразу босса. Не обязательно его держать в центре, Слава. Можешь бегать с ним. Давайте дамажим. Главное, не стойте в огне, блядь. И от шока убегайте, по минам не топтаться. Одна задача, не сдохнуть. Все, вышли. По огню не топтаться. Проходим. Проводи по минам, сука. Шоковые ушли. Добиваем. Хорошо. Четко все. По процентам вообще отлично, блядь. Добиваем. Так, по минам не топтаться. Вот мы его сейчас добиваем, по минам не бегать. Аккуратно выходим отсюда. Подходим все сюда, к входу. В один фрейм встаньте, в один. Слава, подойди к огню близко. И он сейчас на тебя перекинется, и разливай лужу, понял? Ходи, разливай. Во, пошел. Уйдите отсюда, от Славика все. За мной сюда идем, рейнджу набрали. Слава, а ты так бегаешь под стенкой, огонь разливаешь. Ты тут танк не нужен, поэтому там огонь разливай. Отошли все от огня максимально далеко. Рейндж набрали между собой. Заняли вот этот сектор, который пустой. Сейчас надо быстро его перевести. Иннер, Иннер, да, Престо? Я вообще без ван. Поехали. Вот бомбу он кинул. Слава, смотри, куда летит. Отошли оттуда, там далеко.
Она сейчас ебанет и потушит огонь. Хорошо, сюда, на эту сторону перебегайте. Смещайте, смещайте. Не стойте, не привязывайтесь к одному месту, блядь. Тут надо маневрировать постоянно. За спину, за спину, за спину, за спину. Сакры там не жалейте. Давайте, давайте, давайте. Надо быстро убить. 40%. Смотрите сейчас, куда бомба новая полетит. Рейндж наберите между собой. Следующего бараша не будет. Надо быстро сейчас перевести. Бомба вот летит. Смотрите, куда летит. Далеко. В огне не стоим. Ладомир, Визевульф. Без хулипала тут нихуй делать. Вот. И все потухло там, блядь. Ну тяжкий бой, хули тут сказать. А тут понятно, что тяжко. Никто не сказал, что это будет легко, блядь. Вот сейчас мы его обдавили, блядь. Все, бараша второго не было, блядь. И все, бьем дальше спокойно. Бегать просто надо. И смотреть под ноги. Я не знаю, я сомневаюсь, что здесь килл нужен. Третий вот такой вот, как бы сейчас... Ну, 300к на хиру, он нахуй вообще нужен. Он вообще ДПС бы лично нанес бы. Давай хиру на этом больше, ну, на этой фазе. Нет, давай. Нет. Понимаешь, Хао, тут, короче, Эрдру рулит. Вот Тершам, он нихуя не поможет. У него нету периодического исцеления, у него, блядь, цепуха. Она не для тех ситуаций. Понимаю, ну, типа, я просто говорю, что не к тому, что, типа, я говорю, нахуй тогда вообще, типа, третий. Ну, а без него, ну, очко просто, не прохиливайте вы вторую фазу. А на четвертый вайп просто будет. Мы в прошлый раз не прохилили, потому что типа все встали в одной точке, нахуй, он просто же застрелил всех нахуй. Что-то тотем на отхил ставь, тут МП5 нахуй не нужен. Давай мучимся. Егор, поставь третью ауру. Миша, ты поставь огонь, у тебя мастер аур есть. Жрите еще камни ебаные, когда вы дохнете, когда вы уже все пиздало. Ну смотри, вот мы уже 13 минут до ребута, если мы даже убивать сейчас будем, даже если чудо Понимаю. Будет просто этот шмот потеряется. Мы успеем все, он меньше чем... У нас до взрыва, блядь, сколько там, 8 минут, блядь? Мы если за 8 не убьем, мы сдохнем. Там 15, по-моему, должно быть. Ставь огурцы. 15 минут берса у него. Ну, то есть самоуничтожение. Лоб, слышишь меня? Поставь огурцы. Это не огурцы. Это не шкаф, блядь, а огурцы. Камни, блядь, здоровье. А, может реально... А, у нас Тагера не будет, как он зайдет похилить. Жрите огурцы, когда на второй фазе вам ебало ломает. Тагера тут похуй, как бы, блядь. Просто Эрдру тут, блядь, чуть ли не на первом месте будет. Может даже Хапала погнать. Садим, да? Ну, к стене прижмитесь максимально. А потом мы выбегали, не убили. Фрейм, Слава, тебе это тоже касается. Прям фрейм в один. Пися к писи, блядь. Мана, конечно, тоже улетает, ебанешься. Сейчас подожди. Надо переделать чуть-чуть. Что-то там надо, да. Сюда. Сюда. Там же тотем, вся хуйня. Чек даю. Отсчет времени до самоуничтожения начат. Самоуничтожение у...
Пошли, 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 не спать. Понятно, блядь. Вайп упали. Ну, как бы, я не знаю, не хочу как бы навязывать там мнение, не мнение, блядь. Просто сообразите вот одну вещь, вот просто поразмыслите. Вот он утюгом тушит всю комнату. Вот стоять с пула где-то в углу, блядь, это бессмысленно абсолютно. Вот, вот это вы должны понять. Просто согласитесь с этой хуйней. Слава, ну если бы я его ни разу не бил бы, блядь, и не делал этого, я бы тебе бы ничего не говорил. Ну смотри, ты где бил его? На циркуле? Все залетайте в оранжерею жизни, чистим трэш перед Фрией. Ты же бил на циркуле, это же разница большая. Когда ты делаешь посланника титанов, там похую какая разница. Все равно, блядь, в таком же шмоте в говне, как сейчас. Ну, посланник титанов — это Алгалон. А это Мимирон. Я тоже делал его на циркуле, и мы вставали вот так в одну точку. Ну, понимаешь, там 280-й шмот у людей. Совершенно, ну, большая разница. То есть, посланник титанов? Это вы, блядь, одеты все голые бомжи, блядь. Ну, я знаю, посланник это 226-й, не больше. Это ну, на Алгалоне делается. А мы на Мимироне. Я объясняю, что на первой фазе, так как он тушит всю комнату, бесполезно стоять, где-то там чего-то ложить. Нахуя, что это даст? Вот объясните мне адекватно. Это ничего не даст. Чтоб не засрать всю комнату. Да ты ее никак не засрешь. Вообще никак. Ну, будь при всем желании, как ее засрать? Ее босс засирает по определенному таймингу. Просто вдумайтесь, зачем мы это делаем. Мы делали на циркуле только когда на второй фазе, то есть туловище вот это появлялось, нам Ирел говорил, вот давайте там встанем по стеночке. Потому что пока он превращается, он еще не активный, его бить нельзя. Один раз встали, и потом уже побежали все на районе шестого. Вокруг него. Там мобы в текстах не подходить, никто не видит, да? Ну, под полом, Гаргура. Он пук дракона понимает, про что я говорю. Большого выдерните отсюда. Ему корни дали. Ну, ГЦ, хули, значит, сходите с маленькими. Корни дают, алло. Мобов отвел пачку, бейте их, нахуй вы там бьете одного того, блядь. Слава, дергай большого, я мелочь собираю. Ты уж мог бы не банить этого же. Акова есть.
Дайте там хоть лапку пристабав. Ну что, в танке? Я да. Миша, дай мне кулак, пожалуйста. Так же дергай большого. Забери вот это. Сейчас перекурим, да? Сейчас рестарт будет, да, сейчас как раз успеем трэш дочистить. Он моб еще какой-то в текстах, блядь. 4 минуты. Этих, по-моему, не надо агрить, а вот этих надо. Че, этих ебанем? Ну давай, этих двоих убил. Да вроде говорят, сагрились в прошлый раз, я, блядь, не помню. Они сагрились, еще не они, блядь, похуй. Ну ладно, убьем. Мораль захуярили. Так, выходите тогда все с игры, чтоб не было там потом такого, меня пускают, меня не пускают. Сразу обновление, проверяйте обновление.